Работа Октябрьского районного суда сегодня была приостановлена. Это произошло из-за сообщений о заминировании. Посетители и персонал из здания эвакуировали, территорию оцепили. На место приехали спецслужбы. После всех необходимых проверок выяснилось, что тревога ложная. Жители Самары возмущены действиями мобильных террористов. Ведь из-за чьих-то неудачных шуток они не могут закончить свои дела. Надо искать того, кому это выгодно. Я сюда прихожу в первый раз, и, что называется, с корабля на бал пришел единственный раз и сразу вот так вот попался. В моем представлении это крайне неудачный дебют. Как нам рассказал собственный источник, на почту судов нескольких регионов России приходили сообщения, в которых говорилось, что это будет продолжаться, пока некий Константин не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи. Волна ложных заминирований уже прокатилась по Самаре 13 и 20 августа. Такие же лжезвонки поступали и в других городах. Сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться в происходящем. Мобильных террористов будет ждать наказание. Мария Елчан, Максим Гусев, события.